Джеффу Монсону вручили значок и удостоверение депутата Красногорского совета. Известный боец смешанных единоборств, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, теперь будет работать в составе комиссии по социальным вопросам. Сложно говорить людям, что сейчас я решу все проблемы, что не будет пробок, не будет очередей в садике, все будет прекрасно с природой. Но я всегда честен, и я всегда говорю людям только то, что я действительно собираюсь делать. Я действительно собираюсь работать, это не понарошку. Я сделаю все возможное, чтобы мои знания и опыт служили людям. По словам Джеффа Монсона, пост депутата – это возможность помогать людям в частности и менять жизнь красногорцев к лучшему в общем. Боец планирует сосредоточиться на вопросах, связанных с экологией, например, внедрение раздельного сбора мусора в округе, и, безусловно, будет способствовать развитию детского и подросткового спорта. В этой работе ему поможет докторская степень по психологии и опыт общения с трудными подростками. А вот русский язык для успешного взаимодействия с красногорцами депутату придется подучить. У меня есть учитель. Я каждый день учу язык, и он становится лучше. Я уже значительно лучше понимаю, о чем говорю. Понимаю 50% слов, однако через несколько месяцев я уверен, что смогу посещать заседание Совета депутатов без переводчика. А пока с переводчиком. Я с уважением отношусь и благодарен людям, которые меня слушают, пытаясь понять, вспомнить английские слова, и пока коммуникация с красногорцами идет на двух ломаных языках. Несмотря на новый пост, Джефф Монсон продолжит работать тренером в школе единоборств. А также его часто можно встретить в парках Красногорска, где он с удовольствием общается с жителями теперь уже родного для него города.